Она стильная, красивая, образованная современная женщина, у которой есть свой бизнес, материальный достаток, круг знакомых. Но выдает ее ищущий взгляд, желание одобрения со стороны мужчин и постоянная попытка обратить на себя внимание. Все просто. У нее есть многое, кроме любимого человека, с которым можно создать семью. Ведь именно сейчас она к этому готова. Уже пройдены курсы соблазнения и очарования, женские семинары и практики, а его все нет. Ну как же найти в таком большом городе свою вторую половинку? На самый распространенный женский вопрос отвечает клинический психолог Ася Шабалина. Пожалуй, я остановлюсь на примере, который, занимает 80% из обращений ко мне как психологу. Вот с той проблемой, с которой работаю я. Чаще всего это как раз ситуация, когда вот в сердце у девушки как раз остается вот предыдущий опыт какой-то, и она думает, что уже отпустила его, и она думает, что уже пережила его. Я предлагаю, например, такую технику. Скажи, пожалуйста, произносится имя, например, Ваня. Скажи, пожалуйста, Ваня, я тебя люблю. И вот интересно, протестируйте даже сами себя. Сможете ли вы проговорить спокойно, в состоянии ноля эту фразу? Чаще всего, практически 99% случаев, я слышу такие слова, как «что это я буду это говорить?». То есть реакция сопротивления. Если уже отношения предыдущие отпущены, то никакого труда не стоит сказать эти три слова, они будут пустыми. Даже тело будет реагировать на произношение этих слов по-другому. Если вы думаете, что отпустили предыдущие отношения, скажите: «Ваня, я тебя люблю». Если у вас пошли слезы, проплачьтесь, отпустите эти слезы. По крайней мере, вы узнаете, почему вы не можете создать новые отношения. Это невозможно, не проработав предыдущие.